Пятиков, Попов, Домашев, Павлов, Толмачев. В красном углу отдыхает Андрей Ченцов, Воронежская область. Он 1997 года рождения. Кандидат в мастера спорта. Боксом занимается 6 лет. За это время провел 120 боев, 105 из них одержал победу. Из 4 международных встреч одержал победу во всех 4. Финалист первенства России 2011 года и 2012 года. Тренируется под руководством тренера Богословского Андрей Ченцов, «Красный угол».
соседнем углу отдыхает Владислав Севастьянов. Он 1997 года рождения. Кандидат в мастера спорта. Боксом занимается 4 года. За это время провел 40 боев, в 32 из них одержал победу. Является победителем турнира Бориса Николаевича Грекова и победителем первенства Москвы 2013 года. Тренируется под руководством Алексея Галеева и Борисова. Владислав Севастьянов, «Синий угол». Приготовится 19-й паре. Семен Балакшин, Владимирская область. Алексей Козулин, Московская. 19-ю пару обслуживает бригада в следующем составе. Рефери Никуленко. Судьи сбоку Павлов, Баранов, Толмачев, Корчагин, Домашев. А в этом бою победу одержал Юрий Чеботарев, Московская. А Андрей Ченцов, Воронежская область.